Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я сейчас нахожусь в Шардже, и здесь мы нашли магазин Day to Day. Там его очень легко найти по 1 и 10 дирхам. Есть еще 1 и 20 дирхам. В общем, очень много наших туристов обитает в этом супермаркете. Ну, оно и понятно, потому что во-первых, что можно купить на подарок? Всякие магнитики, которые стоят гораздо дешевле, чем где-либо на всяких экскурсиях. Вот. В общем, начну с такой атрибутики. Такой магниты купили за 2 дирхама. Так, вот такой вот магнит. 3 дирхама уже стоит. Такие вот лампы я взяла на подарок. Разного цвета, они стоят 8 дирхам. Так, вот такой вот шарик с блестками. Не помню, он сколько, наверное, сколько он стоит. Так, он стоит 5 дирхам. Вот такой вот шарик. И вот такие мыло взяли на подарок. Упаковка стоит 5 дирхам, здесь 4 штуки. Так. И вот такое вот мыло, тоже 5 дирхам. Так, взяли кокосовое масло, оно вроде 5 дирхам стоит. Так, зубная паста. Так, такую зубную пасту взяли, и вот такую зубную пасту, которая идет с щеткой. Также вот такие вот магнитики. Здесь 3 магнита по 2 дирхама. Вот такого вот взяли верблюда, он поет. Так, потом взяли вот такую кружку на подарок. И вот такие вот упаковочные. Так, кружка стоила 5 дирхам. Так, здесь такие вот упаковочные, скажем так, пакетики по 1 дирхаму каждая. Так, вот такое вот мыло взяли за 6,45 дирхам. Вот такое вот мыло. И начнем. А вот еще мелочь. Вот такая вот заколочка. И начнем сейчас с одежды. Начну с мужских футболок. Вот такие вот футболки. Каждая 5 дирхам. Они обычные, сделаны в Индии вроде бы. Вот такие вот 2 футболки. Обычный хлопковый, 100% хлопок. Так, вот такие женские футболки. Дома носить за 5 дирхам. 1 дирхам это 16 рублей где-то. Вот такая вот футболка, вполне классно носить дома. Также вот взяла такую туничку на пляж ходить. Вот такой вот. На пляж можно дома ее носить. Вот такая вот футболка. Обычная полосатая. Такая обычная. И вот такая вот удлиненная футболочка. Все футболки стоят... Так, эта туника стоила... Сейчас скажу сколько. 10 дирхам, а футболки по 5 дирхам. И вот эта же удлиненная такая футболочка со снежинкой. Такая удлиненненькая. Она тоже стоила 5 дирхам. Такое полосатое платье. Тоже стоимость 5 дирхам. Взяли вот такие 2 полотенца. Каждое по 10 дирхам. Вот такое хлопковое. Так, и шорты взяли. Шорты каждый стоит по 5 дирхам. Вот такие шорты взяли. Так они выглядят. Ну, достаточно коротенькие. Такие шорты тоже 5 дирхам. Каждый по 5 дирхам. Вот такие вот шорты. И вот такие вот шорты. И вот такие шорты.
И также мы взяли вот такие вот джинсы. Что интересно, джинсы из магазина H&M. Пожалуйста, 10 дирхам мы взяли. Такие не толстые джинсы, а такая, ну, достаточно тоненькая. Вот, за 10 дирхам очень хорошо. Это только покупки из этого магазина. Вот, в общем, такой хлам. В этом магазине все набирают очень много. Не знаю, как они увозят. Мы тоже как посмотрели и тележкой понабрали. В общем, надеемся, что увезем. Всем спасибо за просмотр. Действительно, очень хороший магазин. Когда приедете, обязательно сходите туда. За сувенирами хотя бы. Сувениры там намного дешевле. Всем спасибо, всем пока!